Всем большой привет! Сегодня у меня две посылочки с Алиэкспресс. Давайте рассмотрим сначала эти. Сегодня пришли, не терпится уже попробовать, испытать. Так, вот такой маркер для рисунка на ногтях. Пришел он за месяц буквально. Без ничего, нету никаких на нем надписей. То есть вот такой маркер. Покажу ближе. Кончик такой тоненький у него. Сейчас попробуем на чем-нибудь нарисовать. Взяла свою недавнюю типсу с матовыми лаками. Попробуем сейчас что-нибудь здесь изобразить. Пишет очень тонко. Посмотрите, тоненький такой стержень, отличный. Сердечко вот примерно так думаю. Ну, что-нибудь изобразить. Рука трясется, сейчас неудобно просто на весу показывать. Но видите, как тонко и как он пишет черно, так, ну, пигментация отличная. То есть также будут и буквы прекрасно писаться. Вот, видите, можно любую теперь не искать наклейки с какими-то надписями, с матами, возможно. Все можно нарисовать и написать. То есть вот такой вот интересный маркер. Так, попробуем его стереть. Да, если не дать ему высохнуть, смотрите, он немного размазывается. Вот, размазала. То есть надо дать какой-то, минутки две ему высохнуть, а потом уже покрывать топом. То есть будет интересный эффект. Но я все равно это удалю, поэтому пока так. Интересный маркер. Стоит он, конечно, не дешево. Ну и можно попробовать. Вторая посылочка. Так, это у меня продукты из магазина Франческо. Недавно брала полигель там и заказала, как он называется, опал. Вот, опал номер 05. Такую красочка или гель-лак лучше. Я вообще думала, что это гель-лак придет в пузырьке, но она косо в баночке, не знаю, не доглядела. Так же, как вот с этими двумя пузырьками. Очень красивые гель-лаки, но они в пластиковых пузырьках. Почему-то, я не знаю, как я так тупанула. На фото у продавца они вообще нарисованы круглые, пришли какие-то квадратненькие. Ну, не знаю, надеюсь, качество будет не хуже. 8 миллилитров, посмотрите, по-русски написано гель-лак. И на обратной стороне информация на русском языке, что меня очень удивило. И также на этом пузырьке. Ну, давайте теперь выкрасим, попробуем, что это такое. Так, ну, взяла опять вот такую прозрачную типсу. Кстати, видно там новое мое освещение. Купила кольцевую лампу. Вот пока испытываю, не знаю, включила только ее. Обычно я пользовалась вот лампа с бликами. Вот, допустим, я еще добавила свет. Или просто вот кольцевой этой лампой. Надеюсь, все видно. Так, номер 106. Посмотрите, какой красивучий цвет. Очень густые лаки. Я не знаю, как они будут наноситься. Сейчас с вами посмотрим. Давайте где-нибудь здесь. Кисточка мягкая, приятная. Ну, наносится, знаете, вот как-то как гель-краска больше напоминает. Здесь в два слоя по-любому придется. Очень красивый. Меня вот он привлек, на сайте увидела у продавца в магазине. И прям, думаю, попробовать обязательно надо. Давайте просушим и нанесем второй слой. Так, первый слой у нас просох. Ну, что я по нему долблю, он вроде и так видно, что просохший. Ну, знаете, вроде наносится неплохо, но все равно всегда все надо пробовать на ногтях. Так трудно понять. На типсах всегда все идеально ложится. А на ногти начинаешь наносить, и начинается свистопляска. То проплешины какие-то, то волны. Нет, хоть он и густой, он, вот видите, саморазравнивается прекрасно. Вот остаются, допустим, кусочки тут, полосы от гель-лака, и они сразу разглаживаются, и отлично. Вот покажу поближе, такая красотища.
Да, шикарный. Ставим сушить. Ну вот, второй слой. Ничего не просвечивает. Отличный гель-лак. Так, и номер 06. Это не 90, это 06. Проверила сама. Так, здесь у нас уже идет потемнее, но он тоже с блестками такой красивый. Да что ж такое. Так, ставим рядышком его. Очень хорошее такое у них сочетание, если делать вот маникюр именно двумя этими гель-лаками. Нежное такое. Нежная цветовая гамма, приятная. Ну, тут тоже надо в два слоя. В первый, вот видите, просвечивает. Ставим сушить. Так, ну наносим второй слой. Прям густая. Густой гель-лак. И то же самое. Кисточка мягкая. Наносится очень удобно, легко. Самовыравнивается вроде бы. Вот я теперь не привыкла к этому блику. Если смотреть вот такой лампой. Так, как бы нам ее настроить. Вот, тогда у нас такой блик. А с этой круглой лампой блик совсем другой. Ну, очень красивый гель-лак. Как поближе вам показать. Такое мерцание внутри блесток этих. Нежное, очень красиво. Ставим, сушим. И пока они сушатся, открываем баночку с нашим опалом. Так, ну она тоже какая-то без опознавательных знаков. Просто опал написано, номер 05. Кстати, по ссылке по этой уже нету. Я найду, если есть у продавца. Найду я такой цвет. Смотрела, там вроде как есть еще, но опять же этот номер разобрали. То есть девчонки пишут там в отзывах, что ничем не отличается от Гратола знаменитого. Посмотрите, растекся немножко по баночке. Так, сейчас как бы вам поближе это показать. Вот такая красота, мерцание там такое внутри обалденное. Сейчас все с крышки будем собирать и выкрашивать. Баночка очень маленькая, мизерная. Я вот не помню, сколько там грамм, но очень мало, конечно. Так, давайте попробуем выкрасить рядышком. Вот это вот все с крышки собрать. Вот, видите, какая она на кисточке. Прелесть. Ну, надеюсь, также будет молочный такой оттенок. И большое количество блесток внутри, мерцающих. Ну, на фото у продавца было там вообще шикарно, прям на ногтях нанесено. И даже заявлено, что оно как бы в темноте, что ли, светится. Вот эти блестки. Так, ну в один слой. Видите, как красиво. Желательно, конечно, наносить на какую-то подложку. Такие красивые розовые мерцания внутри. Видно, нет, я не знаю, но очень классно. Ставим, сушим. Так, ну вот первый слой. Здесь я уже немножко от этого. Видите, он по баночке растеклось. Если чуть собрать, то уже будет более тут количество. Но все равно мало. Мало его там, и такая красота. Ну вот вторым слоем уже, видите, закрывает. Уже не просвечивает так. Очень красиво. Я думаю, на ногтях вообще будет шикарно смотреться. Вот такой красивый опаловый гель-лак. Шикарный такой. Переливается. Не знаю, на какой бы так подставить. Вот видите, да? Ну, что-то не фокусируешься. Под него, конечно, какую-то бы подложку. Даже не знаю, какой-нибудь. Нет, на этом будет темный. Нет, надо какую-то такую светленькую. Вот, допустим, даже пускай такую нежно-розовую или белую делать подложку. И видите, какой совсем другой вид, чем на прозрачный. Он смотрится серый, мутный. Так, ну вот,
близко, не хочу подносить. Вот такая красота вот будет на ногтях так выглядеть. Вот, как бы вам ближе передать. Вот эти все три красивых цвета, шикарные. Сушим. Все, перекрыла топом. Посмотрите, как красиво все это смотрится. Переливается. Очень красиво. Я думаю, будет вообще популярные такие цвета. Стоимость, конечно, не совсем бюджетная у этой баночки. Но эти лаки недорогие. Ну все, на этом заканчиваю свой коротенький обзор. Всем спасибо за просмотр. Всего вам хорошего и до новых встреч!